немного расстегни, я тебе так скажу. Даже если я ее расстегну полностью, как бы ничего не поменяется, сисек-то нету. Понимаешь? Когда вынимаешь. О, этот сладкий звук, как будто струны души, когда палец Саныч отреснул по столу. Да, ребята, напишите в комментариях. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну что ж, можно только похвалить эту чаечку, потому что она была настолько самокритична, что не побоялась признаться, что сысок-то нету, в принципе, да, хоть расстегнула, не расстегнула, похрен, да. Я так понимаю, на стриме какой-то подписчик ей попросил, типа, расстегни, да, как бы, наверное, а что изменится, как бы, ну, их нету все равно, хоть расстегну, хоть нет, да. Они вот эти вот, их там пушапы, вату подкладывают, там разную хренотень, там шарики надувают, вставляют, типа, чтобы казаться, типа, пышногрудой девой, да. А это, в принципе, просто, ребята. Каким тебя сделала природа, таким ты и будешь жить, и все будет нормально. И не нужно комплексовать по этим поводам. Ну вот как-то так.